Сотрудники российских железных дорог провели мероприятие, цель которых – снижение аварийности и повышение уровня безопасности при пересечении автомобильных и железных путей. Только с начала этого года на ЖД-переездах в России произошло 92 дорожно-транспортных происшествия. Из них 3 аварии в границах Свердловской магистрали. Главной причиной ДТП остается грубое нарушение правил дорожного движения водителями. Они игнорируют запрещающий сигнал светофора. Самовольно открывают шлагбаумы, выезжают на пути, когда нужно остановиться. При этом подвергают опасности людей и наносят ущерб инфраструктуре железной дороги. Лишний раз, ну, не помешало бы вот сакцентировать на этом внимание и объяснить людям, вот, что внимательнее.